непосредственно готовились к этой выставке, к теме Рождества. Готовились долго, не знали, что же сделать такое, что интересно. Идея пришла практически в самый последний момент, но мы успели все сделать. Концепцию придумали, идея очень в свете последних событий очень понравилась нам, и мы сразу же подхватили и реализовали. Организаторы видели работы эти, помогали вешать, но сразу же, конечно, возникли сомнения. Ася, ты же знала, что будет тема такая «Рождество», а зачем же так? Я говорю, а что такое Рождество? У меня такое Рождество, что вас не устраивает? Президент наш, какой Новый год без президента? Он всегда поздравляет страну с Новым годом. Обезьяна как символ Нового года. Почему в таком виде? Потому что в свете последних событий просто угроза терроризма повисла над всей Россией, я так думаю. И поэтому родилась именно такая обезьяна. Обезьяна здесь олицетворяет терроризм в целом, а Владимир Владимирович Путин со всем этим справится. Когда вешала картины, сразу же подходили другие художники, и сразу у них такие ассоциации возникали, что это обезьяна, проводили аналогию с Бараком Обамой. Но я изначально такой концепции не видела и ассоциацию такую не проводила. Я, конечно, подозревала, что она возможна, но все-таки это в моем лице, это терроризм. И мы переходим в Новый год именно на этой волне. Я так думаю, что власти наши побоялись именно этих ассоциаций, которые будут возникать у населения и у других художников, у населения в целом, у народа. И на данный момент времени, мне кажется, эти ассоциации, по мнению власти, они не нужны совсем. Я думаю, что они хотят, наоборот, от этого населения отвлечь, сказать, что, завуалировать, отвлечь, чтобы люди не боялись, а я, наоборот, в гущу событий подливаю, как сказать, масло в огонь.